Доброго времени суток всем любителям и профессионалам игры лазертаг. Добавил я в свой проект Армада регулировку скважности. Раньше регулировался только ток. Так, это вот повязка от пистолета. Запустим в игру. Давайте попробуем. Так, где сюда? Подальше. Так. Ну-ка, потолковой, потолки натяжные, зеркальные. Есть рикошет. Попробуем уменьшить скважность. Эх, не то нажал. И тот отловил. Так. Скважность 20%. Скважность 20%. Скважность 20%. Скважность 6%. Скважность 5%. Скважность 4%. Скважность 1%. Пусть 1%. Так, команду лучше сменить. Так. Так, попробуем. Так, рикошет. То есть рикошет, да, помогает. Рикошет значительно меньше. Так, запустим новую игру. Ну-ка, от пола посмотрим. Так, отъедем. Ну, прекрасно. Пола. Так, от стен. Ну, вроде помогает. Будем надеяться, что в мелких помещениях, ну да, в маленьких помещениях станет играть полегче. Конечно, дальность уменьшится. Ну, так вот.